В Германии неизвестный мужчина избил украинца, у которого был вшит тризуб на зеленой вязаной шапке. Пострадавший украинец рассказал, что инцидент произошел в одном из торговых центров. По его словам, нападавший подошел к нему и стал угрожать расправой за изображение основного элемента украинского герба. Тогда Евгений достал телефон и стал снимать мужчину, чтобы зафиксировать его и позже подать заявление за угрозы и дискриминацию по национальному признаку. После этого недовольный посетитель торгового центра набросился на украинца, начал отбирать телефон и нанес несколько ударов в лицо, а потом убежал. В итоге у Евгения оказался поврежден палец правой руки, также у него диагностированы ссадины и кровопотеки на лице. Пока нет данных, занимается ли этим делом берлинская полиция. Предполагается, что это был немец русского происхождения, так как очень хорошо разговаривал на русском.